Уже вторые сутки в Дагестане из-за установившейся высокой температуры горят леса. Так, по данным Комитета по лесному хозяйству, общая площадь пожаров на землях лесного фонда составила 130 гектаров, из них 45 гектаров в районе поселка Таркии в городе Махачкала и 85 гектаров в районе Агачаула. С утра начаты работы по тушению возникших пожаров с применением авиации МЧС России. Для ликвидации очагов возгорания в поселке Ленинкент, а также Казбековском и Унсукульском районах. Вертолет Ми-8 провел 14 сливов по имеющимся двум термоточкам, которые провели локализацию, и наземной группировкой было проведено ее дотушивание. На данный момент находится ситуация под контролем. Имеющееся задымление оперативными группами локализуются в кратчайшие сроки.